Фьючерсы указывают на повышение акций в начале первой торговой сессии короткой недели. Европейские и азиатские рынки повышены, несмотря на слабые показатели из Китая. В августе долларовые экспорты из Поднебесной были на 5,5% ниже августа прошлого года, а импорты упали на 13,8%. Доллар США показывает отрицательную динамику. Курс пары евро против доллара понижен на 0,02% и составляет 1,1165. Фунт на 0,78% повышен относительно доллара, его стоимость 1,5393. Пара доллар против иены повышена на 0,65%. Ее курс составляет 120,04. Наши аналитики обращают ваше внимание на пару фунт против иены. Пара повышается над линией поддержки на уровне 182,55 и ожидается повышение до уровней 185,70 и 186,20. Ценные металлы тоже отражают отрицательную динамику. Над золотом образовался потолок на уровне 1124,80. Показатели по индексу RSI смешаны. Золото продается ниже уровня 50-часовой скользящей средней. К середине дня ожидается понижение до 1115,90, а в дальнейшей перспективе до 1110. Серебро повышено на 1,28%. Унция серебра стоит $14.73. С вами был Даниил Векстер. Вы смотрели Trading Central Web TV.